Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Произошло столкновение трех автомобилей. Певица находилась в машине такси. Данных о виновнике и причинах столкновения пока не публикуются. Известно, что на месте происшествия работают медики скорой помощи. По информации телеграм-канала Мэш, авария произошла сегодня около 18 часов на 51-м километре трассы М2 Крым. После ДТП Дэнс не могла передвигаться самостоятельно, в машину скорой ее перенесли на каталке. В прошлом году невестка певицы Лады Дэнс пострадала от глыбы льда, упавшей с крыши дома на ее автомобиль. В этот момент в салоне машины находилась пожилая мать родственницы артистки.